Мысли веры. 25 июля. Полные убеждения. Ибо у Тебя источник жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Псалом 35, 10 стих. О многом в своей жизни я принял решение. Я не оставил себе выбора. Когда у меня непоколебимые убеждения, не оставляющие мне никаких мнений, то я более уже не искушаем в тех областях. Часто у людей не полные убеждения, а ограниченные. Без полных убеждений они искушаемы и часто впадают в слабость и хрупкость причин и следствий привычек Адама. Но насколько же замечательно, когда возникает нечто, взглянуть искусителю в лицо и провозгласить убеждение. «У меня нет чувств и искушений, так что отправляйся со своей программой в другое место». «У меня есть убеждение мыслить чисто, любить чисто, прощать, оказывать милость, давать благодать, ненавидеть грех и любить праведность. У меня есть убеждение завершить поприще и сохранить веру. У меня есть убеждение подвязаться добрым подвигом веры, изучать и размышлять над Словом Божьим ежедневно. У меня есть убеждение молиться, выигрывать души, быть верным собранию. У меня есть убеждение назидать своей речью и сообщать полный Божий совет. Я использую свое право выбора в привилегии воспринимать божественные убеждения через возрастание в категориях истины. Это невозможные направления или религиозная программа для соблюдения. Это убеждение для жизни. Карл Стивенс.